Today сегодня is the 19th Sahasrara. 19-й день Сахасрары, если считать первый день, когда она была открыта. Я должна рассказать вам историю об этом дне Сахасрары, о том, как принималось решение. Давным-давно, до того, как я инкарнировалась, было большое собрание на небесах. Все 350 миллионов богов и божеств присутствовали на нем, чтобы принять решение о том, что необходимо сделать. То, что мы должны были дать людям, было самым высоким. Необходимо было открыть их сахасрару, открыть их осознание духу, истинному, знанию божественной силы, удалить эту темноту невежества, и это должен был быть спонтанный процесс, поскольку он должен был привести в действие живую силу Бога. Также он должен был быть очень быстрым. Поэтому все боги попросили меня, Адишакти, принять сейчас рождение. Они сделали все от себя зависящее. Они сделали все, что можно было сделать. Ими были созданы святые, но их было очень немного. Они инкарнировались, и люди создавали из их учений религии, которые исказили их и принесли им дурную славу. В этих религиях нет реальности. Эти религии были ориентированы на деньги или на власть. В них не проявлялась божественная сила. Фактически, они были антибожественными. Как же можно было увести людей от этих поверхностных религий, этих извращенных путей разрушения? Как им можно было сказать об этих устоявшихся организациях, которые правили веками, добывая таким образом деньги и власть? Это была грандиозная задача, которую необходимо было решать с великим терпением и любовью. Это также была очень деликатная работа, ведь простые, невинные люди верили в эти религии. Необходимо было взорвать их сознание тем, что все они бессмысленны, что они не религии, что они направлены против этих инкарнаций, они против всех этих пророков, против всех этих святых. Вот почему все настоящие святые должны были страдать. Необходимо было проделать мощную работу. Вот почему Адишакти должна была принять рождение на этой земле. Это должно было произойти до 6 мая, потому что 6 мая того года было судным днем. Все свершилось 5 мая, как раз вовремя.
It was all decided. Все это было решено заранее. And every deity's job и каждое божество было задействовано. Все они very работали. Очень эффективные божества. Very obedient. Очень послушные. They knew me. Они very очень well. Хорошо знали меня. Completely были dedicated совершенно and посвященными и преданными. They knew me они знали very, меня very well. Очень-очень every хорошо. End of my они hair знали then. Каждый кончик моих волос. I didn't have to teach мне them не нужно было учить их протоколу. Love itself gives you любовь сама protocol. Дает вам протокол. But love that is divine. Но любовь божественная, not selfish. Не эгоистичная. It's not the way we love. Не та, my которую child, мы любим. Мой ребенок, my husband, мой муж, my моя country, страна, my clothes. Моя одежда. It is the love. Это любовь. Which is divine. Божественная. Which spreads которая идет from your heart, от вашего сердца, from your spirit, от вашего духа, like the light, как свет of знания. What a tremendous task. Какой это было грандиозной задачей. So, as said, сказано, что на уровне Сахасрары я должна быть Махамайей. Я должна быть Махамайей. Я должна быть такой, чтобы люди не смогли легко распознать меня. Но это не касается божеств. Это Махамайя должна была прийти на эту землю, а не Адишакти в своей чистейшей форме. Это было бы слишком. Поэтому-то она и была укрыта этой Махамайей. Сейчас вы видите, чего мы достигли за эти 19 лет. So many yogis передо мной сидит are sitting так много йогов. The difference разница between a между saint святым and a yogi и йогом состоит в том, that a saint что святой himself сам по себе праведен. Himself он сам по себе is holy. Свят. But he doesn't know а о кундалини much он знает about не так уж много. But the yogi knows йог about же the знает о кундалини. The difference between a yogi разница and a surgery, между йогом и сахаджа-йогом is заключается в том, that surgery has что у сахаджа-йога и сахаджа-йоги realization есть способность давать реализацию другим людям. A yogi can cleanse йог himself, может очистить себя сам, but he cannot cleanse но он others. Не может очистить других. While a surgery в то время как сахаджа-йог может очищать and других и очищать себя. So this is the так что это самое высшее состояние, которое вы достигаете благодаря я должна сказать своим великим пуньям. Столь многие из вас искали истину в предыдущих жизнях. А сейчас вы находитесь здесь с тем, чтобы достичь того, что вы искали. Все это произошло сейчас так красиво. Но вы даже не осознаете, что с вами произошло. Автоматически. Спонтанно, за долю секунды вы получили эти силы внутри вашей центральной нервной системы. Ваше внимание установилось сейчас. Конечно, даже сейчас у некоторых людей этого не произошло. Даже сейчас я вижу, как их внимание скачет. Но столь многие из вас
достигли того состояния, о котором он говорил, Шивогам, 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 достигли. То, как Ади Шанкарачарья описывал самого себя, можно сказать и о каждом из вас. Так много Ади Шанкарачарьи сидит предо мной. Но все же, я Махамая. Я веду себя точно так же, как вы. У меня также есть семья. У меня также есть дети, которых можно назвать моими, и вы также мои дети. Поэтому, когда вы достигаете достаточной зрелости, первым ее признаком является то, что у вас появляется благоразумие. Это божественное благоразумие опять-таки есть любовь. Но я вижу, что люди спотыкаются. Они не стесняются говорить: «Мать, у меня заблокирована агья». Почему? Ведь вы знаете, как очищать ее. Вы знаете, что по этому поводу необходимо делать. Почему же вы не очищаете ее? Почему вы не избавляетесь от этой проблемы? В чем дело? В мае. Прежде возникает проблема с семьей. Моя жена, моя мать, мой брат, мой муж, мои дети. Хорошо. Это майя. Это уводит вас. Но вы вновь возвращаетесь на верный путь. Затем эта майя становится все тоньше и тоньше. Ваша семейная ситуация улучшается. Все это знают. Но столь многие спотыкаются на ней. Столь многие в сахаджа-йоге теряются из-за того, что у них плохие жены или плохие мужья. Вы должны восходить самостоятельно. В этом вы не должны зависеть от других. А тех, кто не позволяет вам восходить, необходимо выбросить вон. Ничто не является столь важным, как ваше восхождение все выше и выше, поскольку у вас есть высочайшая духовная цель, наивысшая точка, в которой посредством ваших усилий должно быть спасено все это человечество. Вы должны сделать это. В этом положении мы видим эту тысячу лепестков. Это находящиеся внутри вас силы Вираты. Здесь-то мы и спотыкаемся. Свет вашей сахасрары — это Брахмарандра, которая является вашей сердечной чакрой. Сердечную чакру также можно очень неправильно понимать. И это неправильное понимание всегда выявляется в результате проверки, которую осуществляет Махамая. Как скажем, мы говорим, что у нас должна быть семья, что наши семьи должны быть хорошими, что у нас должны быть хорошие дети. Немедленно начинает действовать Махамая. Мы начинаем переживать о муже, переживать о своей семье. Мы должны быть нашей семьей. На санскрите есть поговорка: у того, кто обладает характером святого, весь мир является его семьей. Вы так переживаете об индивидуальной семье, что сила нашей коллективной семьи идет на спад. Не следует беспокоиться об индивидуальных семьях так, что от этого страдает ваш коллектив.
And if there is such a family, если есть такие семейные узы, лучше их отбросить. Мы должны ими жертвовать. Но в действительности это не жертва. Мы только лишь избавляемся от болезни. So we waste our time with так что мы тратим понапрасну свое время на детей, на семью, which is very small. На нечто очень незначительное. Then the situation Затем changes эта ситуация в разных сферах in different меняется. Areas. That's compassion и появляется and love сострадание, любовь и нежность. We believe that мы верим we have в то, что нам необходимо любить сахаджа-йогов. Я попросила одного человека уйти, потому что он был болен, но он лгал мне, скрывал это. Тогда внимание негативных личностей стало направляться больше на него. Я вынуждена была больше заботиться о нем, чем о других сахаджа-йогах. Разве у вас больше сострадания и любви, чем у меня? Почему вас притягивают люди, которые ушли из сахаджа-йоги? Почему вы сочувствуете таким людям? Вы здесь не для того, чтобы помогать притесняемым, бедным, страдающим в кавычках людям. Нет. Вы не инкарнации. Вы здесь не для того, чтобы помогать постоянно плачущим женщинам и детям, которых разлучили с их родителями. Так мы превратимся в больницу. Все мы находимся на излечении. Слышали ли вы о пациенте, который ходил бы и помогал другим пациентам? Это врачи должны делать эту работу. Но сахаджа-йоги вначале всегда становились жертвами этого рода призыва. Скажем, есть плохое яблоко и множество хороших. Как может хорошее яблоко вылечить плохое? Способно ли оно на это? Даже если вы поместите сверху на это плохое яблоко 20 тысяч хороших, оно испортит все остальные. Это не ваша работа, это работа Бога. Единственное, что вы можете сделать, это привлечь этого человека в свой коллектив, показывая, что вы не правы, не правы, не правы, а вы должны быть в порядке. Но я не знаю, откуда прокрадываются эти идеи, что в этом мире не существует зла, что в этом мире нет ничего плохого, зло есть. Есть нечто плохое. Если ваши вибрации и благоразумие в порядке, вы немедленно будете это знать. Вы же тратите понапрасну свою энергию на исправление людей, которых никогда, никогда нельзя будет исправить. И забываете, что вы не исправляете этого человека, а наоборот, сами становитесь хуже. Это означает, что вы не стали еще достаточно зрелым. При открытии сахасрары я никогда не оставляла что-то незавершенным. Это идеальная работа. Ваши нервы не страдают, ваш мозг не страдает, когда поднимается такая мощная кундалини. Как мягко, прекрасно, нежно она проходит.
Вначале только лишь одной ниточкой, и затем, когда уже установлена эта связь, начинает приходить расслабление симпатической нервной системы, прекрасно открываются все ваши чакры, и большее количество ее нитей выходит наружу. Вам также рассказано, как работать над этим. Вы знаете всю эту технику. Но чего вы не знаете, это то, что вы еще не являетесь совершенными механизмами. Вы должны совершенствовать себя. Более того, существует Махамая. Она не принимает вас как должное. Вот в чем проблема. Она преднамеренно вводит вас в искушение. Она преднамеренно дает вам положение лидера, мирового лидера, лидеров Вселенной. Тогда прежде у вас появляется хвост, затем рог, а затем также из сахасрары что-то выходит. И вы выглядите как клоун. Она также испытывает вас, давая вам странного мужа. Или странную жену. Это испытание необходимо проделать. Это работа Махамайи. Она должна испытывать вас. Золото необходимо проверять. Алмазы необходимо проверять. Все ценное необходимо проверять. А без этого как вы можете подтвердить их качество? Это не подобно тому, как вы приходите в церковь, кто-то брызгает вам воду на голову и говорит: «Итак, сейчас ты крещен. Все, сейчас ты избранный». Эта вода испарится очень быстро. Когда вы уйдете, Бог спросит: «Как тебя крестили этой водой? Где она? Я ее не вижу». Поэтому все эти вещи необходимо понимать в правильной перспективе. Они служат нашему восхождению, нашему благу, нашему более высокому состоянию. Но для этого вы должны знать, что нам необходимо прикладывать всю нашу волю. Когда люди, скажем, совершают восхождение на Гималаи, что они делают? Они берут большой гвоздь и вбивают его в более высокую точку, затем привязывают к нему веревку и поднимаются туда. Они не смотрят вниз. Затем они вбивают следующий гвоздь и взбираются до новой точки. Так они восходят на Гималаи. Что же мы делаем в Сахаджа-йоге? Мы берем гвоздь и вбиваем его в более низлежащую точку. Первый день, когда вы получаете реализацию, ваши ощущения колоссальны. Затем, день за днем, вы идете вниз. То есть делаете все наоборот. Но если вы достаточно разумны, тогда, как только вы получите реализацию, вы должны решить: как мне зафиксировать свое положение? Вы должны принять решение. Предположим, вы очень любите молоко. Вы должны сказать: до тех пор, пока я не достигну определенного состояния, я не буду пить молоко. Но это нельзя считать жертвой. Это необходимо рассматривать как радостное восхождение. Разве те люди, которые совершают восхождение на вершину Гималаев, чувствуют, что они чем-то жертвуют? Если вы начнете думать: «О Боже, я пожертвовал молоком», тогда с вами покончено. Начинается ваше движение вниз. Но если вам нравится что-то, тогда вы должны сказать: «Хорошо, если мне нравится это, тогда пусть мое восхождение нравится мне больше, чем это, и до тех пор, пока я не завершу его, я это не получу». Вот какая должна быть решимость. А без этого, как вы думаете, преодолеть
эту ужасную, чудовищную гору невежества, которая есть у вас. В действительности, в момент реализации, я помещаю вас на вершину горы. Но вы начинаете сползать вниз, поэтому вы должны держаться этой самой высшей точки. Я рассказываю вам обо всем. Пойдите и спросите любого святого или любую великую инкарнацию. Знают ли они столь много о кундалини? Если бы они знали, они написали бы об этом. Они никогда ничего не писали о кундалини. А если они и знали, то очень немного. Буквально то, что она проявляется на кончиках ваших пальцев. А сейчас мы соединили науку с реальностью. Истина, божественная сила, наука. Все они получили объяснение и полностью интегрировались внутри нас. Сахаджа-йога является самым научным учением, которое вы можете только себе представить. Точный, самый большой компьютер, вот чем вы являетесь. Но этот компьютер должен быть в рабочем состоянии. Вот где мы терпим неудачи. И это происходит ежедневно. Иногда это гибельно. Это ужасно. 19 лет прошло с момента открытия Сахасрары. И 18 лет я работала. Сейчас вы должны осознать свою ответственность. Мы должны освободить людей. Мы не хотим делать ничего такого, что даже немного лежит не в русле нашей работы. День Сахасрары — это 5 мая, но мы должны праздновать его сегодня, потому что все должны иметь выходной день, воскресенье. Все мы должны делать в соответствии с нашими убеждениями. Хорошо, не имеет значения, это дозволено. Божества работают 24 часа в сутки. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, постоянно. Потому что энергия подается им постоянно. Вы также можете это иметь. Я думаю, что своему восхождению мы придаем очень небольшое значение по сравнению с ростом наших рядов за эти 18 лет. Вы знаете, что в странах Запада, достигший 18-летнего возраста, человек считается взрослым. Он больше не ребенок. Все вы сейчас стали взрослыми. Хорошо, вы стали взрослыми. Я не знаю, насколько вы на самом деле выросли. Я не знаю, кто вы в действительности, большие дети, или же вы на самом деле достигли этого состояния взрослости. В то время вам давалось очень много уступок, свобод и прав. Вы уже имеете все права. Если вы хотите уйти на небеса, вы можете уйти туда. Если же вы хотите уйти в ад, вы можете сделать и это. У вас есть вся свобода, в этом нет проблем. Но взрослыми являются те, у кого есть благоразумие, кто знает, какова цель их жизни, кто может сделать все, чтобы достичь эту цель, кто обладает силой, чтобы сражаться и понимать. Хотя я встречаю людей, взрослых людей в сахаджа-йоге,
которые ведут себя так, что вам удивительно, как неглубокие люди могут оказывать на них такое впечатление. Не правда ли, что он очень мило говорит? Это хороший, божественный человек. Разве? Напротив, божественный человек никогда не будет до такой степени милым, что эта его сладость будет вызывать у вас тошноту. Он должен держать в руках оба поводья. Да, свобода, хорошо. Педаль газа, хорошо, но также есть и тормоз. Вам же всегда нравится человек, который раздувает ваше эго. Говорит что-то очень сладкое. Но что ему стоит говорить эти приятные вещи? Сейчас есть курсы, на которых людей обучают этого рода искусственным вещам. Вы должны судить человека по его вибрациям, но поскольку вы поверхностны, вы не можете чувствовать вибрации. Вы обращаете внимание на бессмысленных людей. Примите сейчас одно. Вам все еще необходимо становиться зрелыми. Этого вы не принимаете. Ваше эго тут же подскакивает. О, Боже! Или же вы испытываете чувство вины. Как тогда вы будете расти? Единственное, что вам нужно сделать, это полностью сесть в эту лодку. Это все. Но вы суете свою ногу в пасть крокодилу, хорошо? Если вам удается ее вынуть оттуда, вы кладете ее в пасть акулы. Лодка же тянет вас туда, где вы стоите. Но самые плохие — это акулы и крокодилы с человеческими лицами, потому что они никогда не показывают вам, что у них есть зубы. Они никогда не показывают вам своих глаз. Они скрываются под таким обманчивым внешним видом, прибегая к такому неоднозначному поведению, что вы не можете видеть их до тех пор, пока вы не станете реализованной душой. Итак, сейчас мы идем дальше в становлении взрослыми. Женщина, которую правильно воспитывали, став взрослой, приобретает застенчивость, чувство стыда, свое чувство целомудрия. Ребенком у нее нет всего этого, но здесь все наоборот. Как только они взрослеют, они становятся безумными. Парни становятся бродягами. Со взрослыми животными такого никогда не происходит. Я не знаю, что это. Но мы сахаджа-йоги. И у нас есть наша сахадж-культура. Мы живем в своей культуре, гордимся этим, и это наша религия. У нас есть наша чистая религия, благодаря которой мы благоденствуем. Мы не собираемся становиться иными. Мы сами собираемся изменить весь этот мир. Мы имеем свою собственную культуру, и мы собираемся вести себя так, что это изменит весь этот мир. Это наша ответственность. Вы избраны для этой работы. Вы действительно избраны. Вы действительно чистые. Вы те, кто установили Халистан. Мы знаем это. Мы осознаем свою ответственность. Мы знаем свои силы. Самой большой нашей силой является божественная любовь. Не та глупая любовь, которая ослепляет вас, когда вы влюбляетесь, а любовь, в которой вы растете. То, как мы говорим, как мы ходим, как мы живем, как мы ведем себя, все это должно быть сахадж. И это такая настоящая, живая культура прекрасных людей в этом мире. Мы видим животных, птиц. Мы знаем, что слон олицетворяет мудрость. Лебедь же знает, как отделять молоко от воды.
А среди людей есть сахаджа-йоги. Сейчас, в это современное время, я думаю, когда будет 21 год, мы все очень хорошо установимся и станем зрелыми, замечательными сахаджа-йогами, которые будут вытягивать этот безумный мир из его невежества и этого подающего надежды ума. Мы будем этими сильными людьми любви, понимания, благоразумия и смирения. Я бы хотела увидеть те дни в течение своей жизни. Я надеюсь, что вы окажете мне в этом всю свою помощь. Нам необходимо знать, что это был лишь один твердо установленный момент на этом собрании девов. Я не могу его преодолеть. Они сказали, мы стерпим любую бессмыслицу, поскольку эти люди выходят из невежества. Но любой, кто не любит тебя, любой, кто оскорбляет тебя, любой, кто будет использовать тебя в своих целях, любой, кто будет эксплуатировать тебя, любой, кто будет выказывать отсутствие протокола, любой, кто не признает тебя, получит от нас тяжелый удар. И это разрешение ты должна дать. В противном же случае мы не согласны на эту работу. Они образовали союз против меня. Я вынуждена была дать им разрешение. Я очень осторожна. Не прикасайтесь ко мне. Будьте осторожны. Некоторые пытаются тянуть мою сари. Не делайте этого. Вам нельзя этого делать. Don't play with my money. Не играйте с моими деньгами. Don't take my hospitality. Не злоупотребляйте моим гостеприимством. Be careful. Будьте осторожны. I tell you, я говорю вам столь много, сколь я могу это делать. And this is what it is. Вот что это такое. One side is с одной стороны Махамая, another side is с другой божества, а между ними бедные сахаджа-йоги. Я сочувствую вам, я знаю, что это такое. Но вам лучше проявлять осторожность. Это подобно хождению по краю лезвия бритвы. Но во всем остальном все замечательно. Если вы знаете эти две вещи, что это Махамая, и что сейчас все божества сидят вокруг и пристально за вами следят, судят вас на больших собраниях, решают, кто из вас кто, где внимание этого господина, куда он смотрит, что он делает. Все они сидят здесь. Но в то же самое время у них есть цветы, божественные цветы, божественные благословения. И все ангелы, как я вижу, просто кружатся вокруг. Ваши фотоаппараты могут ловить их, свои объективы. Есть фотографии, на которых видно, как все они сидят. Все это уже было предсказано, что весь мир придет к лотосным стопам вашей матери, и что вы будете решать будущее этого мира. Это было написано 14 тысяч лет назад. И есть еще один пророк, предсказавший то же самое. Поэтому вы должны осознавать, где находится ваше внимание. О чем вы беспокоитесь? На что вы тратите свое время? Оставьте своих детей мне. Оставьте свои семьи мне. Вы можете оставить себе только свой кошелек. But the rest of it, you can leave all your headaches. Оставьте мне все свои головные боли. But don't. Но не проделывайте трюки со мной. Махамая знает все ваши трюки, знает все. In and out. Вдоль и поперек. If I want to know, если я хочу знать, я буду знать
о вас буквально все, но я не хочу этого знать. При этом нас поддерживают, о нас заботятся, решают наши проблемы, вводят нас в реальность так легко, с такой большой заботой. Вы говорите мне: «Мать, неожиданно я попал туда, и что я обнаружил, что там сидят сахаджа-йоги? Я хотел с кем-то познакомиться, и он как раз был там. Как такое возможно?» Вам помогают. Здесь эти премьер-министры имеют всего 5-6 телохранителей. У вас же, у каждого из вас их миллионы и миллионы. Никто не может прикоснуться к вам, только вы сами можете пораниться. Это все. Никто не может ранить вас. Итак, сегодня вновь день великой решительности и принятия клятвы в том, что для нас наше восхождение является единственной нашей заботой, единственной нашей мыслью, ничто больше. И тогда все получится. Обо всем остальном позаботятся. У вас имеются все механизмы для этого. Но прежде позвольте этим механизмам сделать все. Все будет сделано на уровне рефлекторного действия. Очистите. Очистите свои чакры. Не говорите: «Я это, я то». Просто очистите. Как я смею иметь все эти проблемы? Как я могу все еще иметь все эти блокировки чакр? Очищайте их с утра до вечера. Я уверена, что это получится. Я надеюсь, что на следующий год я получу хорошие новости. Да благословит вас Бог!